Построились быстро в шеренгу. На первый-второй рассчитайся. Первый, второй. Итак, первые номера за Пыреева, вторые за Моисеенко. Полетели. Давай, до конца урока осталось 5 минут. В древности люди из кожи убитых животных делали себе разные предметы быта. Сонечка, подай мне мой кошелек. Из шкур убитых животных они делали себе одежду. И обязательно перед охотой наносили боевую и защитную раскраску. Ну все, Сонечка, я пошла. Поохочусь. Нет, нету. А найдем? Парня увидим? Нет. Мы же знаем, что есть. Да ты не волнуйся, у нас и у самих парни имеются. Нам просто пообщаться. Привет, как зовут? Лёша. Как мне это нравится. Всегда мечтала о Лёше. Руки, прогуляемся, да и вернем. Будет как новенький. Что случилось? Парни отжали. Тише, тише, всякое бывает. Пока маленькая, нужно брать пострашнее, поглупее, чтобы не отобрали. Короче, Танька, повторяй за мной и смотри в зеркало, поняла? Ага. Если ты не будешь смеяться, то... Все, поняла. Не будешь смеяться, то пиковая дама придет и окажется в нашей комнате прямо через зеркало. Вот увидишь. Давай. Пиковая дама, приди! Че не спите? А, уже спите, мелкие. Ну ладно, спокойной ночи. Ну, давай рассказывай, какой он. Он такой беленький, пушистенький, такой лапочка, хорошенький, умненький. А главное, все понимает. Повезло же тебе, Танюха. А глаза у него какие? А глаза... Грустные-грустные. Взгляд такой доверчивый. Вот так смотрит, как будто сказать что-то хочет.
А послушный? Да таких, как он, еще поискать надо. Скажешь, неси, несет. Скажешь, сиди, сидит. Скажешь, жди здесь, будешь ждать на том же самом месте, где я оставили, пока не вернусь. Ну, повезло же тебе, Танюха, а ты часто гуляешь с ним? В воскресенье то в парк ходим, то на выставке. После школы уроки выучу, и пока не стемнеет. Завидую я тебе, Танюха. Теперь у тебя и охранник всегда рядом. Охранник из него так себе. Он маленький, домашний, его самого охранять надо. Ну и зачем тебе такой? Я понимаю, боксер. С таким и на выставку сходить можно, и вечером не страшно выйти. Да что ты, за таким глаз да глаз нужен. Того и гляди, с кем-нибудь подерется. Да уж, повезло тебе. Сама знаю, сама выбирала. А вот и он. Да, неси. Ну, мы пошли. Повезло так повезло. Ой, девочки, не понимаю, почему меня все не любят? Разве я кому плохое сделала? Лиза, хочешь булочку? Я не буду. Я вот щедро делюсь со всеми. Маринка, хочешь пюре мое? Я знаю, ты любишь. А за глаза знаете, что про меня говорят? Мол, я зазналась и подруг у меня нет. Но это же неправда, да, девочки? Хотите мой салат? Возьмите на двоих, он полезный. Доставка роллов. Ах, ну да. Так, одна порция Филадельфии, одна всякие маки. Одна Калифорния маки и три с красной икрой. И также фреш из главы. Наконец-то, а то я всю эту столовскую отвратительную не перевариваю. А, и еще ваш папа просил передать, что сегодня вечером вы идете с ним в цирк Дю Солей. Нужно успеть заехать купить вам платье. Спасибо, Геннадий. Папа мог бы и сам позвонить. А то зачем мне смартфон последней модели? Вот зазнайка-то. Когда у нее не будет нормальных друзей? Девочки, стойте! Ну, хотите мы гулять здесь? Девочки! Роллы. Получиться, сил больше нет. Не говори. Стоп. Ты же у нас на бюджете. Да, а что? Ну как что? Зачем эту учебу? Бросай ее. Гуляй, веселись. Классно звучит. А тебе-то что с этого? Ну как? Тебя же отчислят, а я займу твое бюджетное место. Очень смешно. Так, мелкотня, слушай меня внимательно. Я брат Максима Тимакова. Не дай бог от него услышу, что кто-то его обидел. Хана всем. Понятно? А кто такой Максим Тимаков? Да тише ты. Вдруг услышит и обидится, что мы его не знаем. Я больше не хочу с его братом общаться. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Это ваш новый воспитатель. Ну, с таким воспитателем нам будет не страшно. Его зовут Максим Тимаков. Маша? Через 5 минут будет готова. Пойдем, пока поговорим. Ну, рассказывай. Давно это у вас? 3 дня. 3 дня — серьезный срок.
Работа-то есть? Ну да, учусь в третьем классе. Считай, нет. Ну ладно, устрою тебя к себе на завод. Грузчик, у нас грузчиков не хватает, а школу придется бросить. Как бросить? Вот так. Это жизнь, сынок. А, знаете, я вспомнил, мне кажется, квартира ошибся. Ушел. Как ушел? Пап, ты опять за старое? Может, все-таки дашь объявление в газету? Машенька, ну пойми, ну кто будет за такую зарплату вагоны грузить? Ну, кроме твоих третьеклашек. Один, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виновата. Ау, где вы? Давай тебе сотку, а ты меня не видела. Две сотни, и я тебя не только не видела, но и вообще сюда больше не заглядывала. Еще пару раз так положу, и глядишь, все на ролик насобираю. Но говорят, что существует. В сказках точно. А я хочу быть красивой русалкой. В чем проблема? Вот обзаведешься рыбьим хвостиком, тогда и станешь. Ничего не жаль. Вот он, самый настоящий рыбий хвостик. Теперь я русалка. Думаешь, получится? Она нас сразу раскусит. Не раскусит. Я это в мультике видел. Причем, если папа узнает, что его в школу вызывали, мне кранты. Хорошо, давай попробуем. Войдите. Здравствуйте. Я папа Игоря Селиванова. Здравствуйте. Проходите. Раздевайтесь. Нет, спасибо. Так что там мой хламон опять натворил? Вы знаете, у него в последнее время одни двойки. В тетрадке открыть стыдно. А вчера он побил Колю Денисова. Нет, неправда, он первый начал. Нет, ты меня первый так, Марья Васильевна, скажите ему, он сам виноват. Кто виноват в драке, я не знаю. Но зато я знаю, кто будет играть в школьном спектакле. Хотя бы и слежку. Но мне папа говорит, кто больше всех знает, тот и владеет ситуацией. О,
Ой, да ладно, просто ты хочешь нам дружить, признайся. Признайся. Да, признайся. Так я вам и призналась. Мне мама говорит, никогда никому ни в чем не признавайся. Иначе получишь по полной, а будут наседать, начинай. Так, что здесь происходит? Урок уже начался. А мы вот за Так, вы трое к директору с дневниками. А ты на урок. Работает. Вот они, семейные ценности. В это поверить не могу. Дашечка, вот тебе из В-класса передали. Да что же это такое? Сон это, Даша, сладкий сон. Сегодня вкусный мама наварила. Просто объедение. Да, пальчики оближешь. Чего вы врете-то? Какой вкусный? Что, невкусный? Конечно же, невкусный. Он же совсем не соленый. Другое дело.